фамилии. Я Юми. Я Софи. Я Миша. А я Эйвен. В волшебной семье еще много других животных. Но если ты у нас впервые, ты еще их не знаешь. Но еще узнаешь. Подпишись на канал, нажимай колокольчик, чтобы самым первым смотреть наши ролики. И ставь лайк. Я за тобой слежу. Привет, ребята, а что вы тут делаете? Давайте, расскажите маме про тайную посылку, Юми. Мы нашли тайную посылку сегодня, и мы не знаем, кто ее прислал. И откуда она? Да, мы решили использовать твои руки, чтобы ты ее открыла. Ну, хорошо, ребят, давайте я помогу вам открыть тайную посылку. Знаете, что в ней? Ты глупая? Ой, боже, мам. Да, как, по-твоему, мы можем знать, что в тайной посылке, если она закрыта? Давайте уже открывать. Вот она, ваша коробка, какой-то банана-бокс Cats and Dogs. Я нашла ее, но я не знаю, что в ней внутри, давай, ребята. Давай, мам, давай, открывай. Давай, мам, приступай. Кстати, банана бокс, что-то знакомое, бери и дари. Вам кто-то сделал подарок, 100% сюрприз. Хватит уже болтать, давайте открывать. Вот здесь, где... Да, вот здесь? Ну да, где ручка? Наверное, давай, давайте, скорее, открывать, открывайте. Давай, с двух сторон вместе. Что там? Что там? Скорее! Ну, давайте покажем подписчикам нашим. Ой. Игрушка как у нас. Смотрите, ребята, это же колечко, как у вас. Точно. Прямо. Давай, Вась, первый, что ты там нашел вот такое? Вот достань. Это? Титбит биодесерт. Вот такое вот какое-то классное лакомство вам прислали. Смотрите, ребят, разбирайте. Я чур вот эту. А я вот эту вот заберу. Ну ладно, я вот эту. Миш, держи твою косточку. Пахнет, конечно, вкусно, но простите, я есть не буду. Опять на диете? Типа того. Ну, как хочешь. Как вы все вкусненько хрустите. Софиш, ты как всегда держишь косточку двумя лапами. Доставайте, решайте, что достать первее. Вот эту штуку непонятно надо достать. Вот это? Хорошо, Софиш, давай посмотрим, что это. Это какая-то... Ой, это какая-то утка, что ли? Это утка, почему? Софи. Почему? Да, не пищит, почему? Ой. Что это за... Что за звуки? Ой, она издает звук. Ух ты, я такое в первый раз в жизни слышу, мам. Слышите? Софи, что это за звук? Это звук утки, Юми. Дайте мне срочно эту утку, мне нужно отнести ее в штабик. Нет, Юми, эта утка будет моей, и в этот раз я отнесу ее в свой штабик, а ты себе другую игрушку найдешь. Хорошо, Софиш, так и решили, утка будет твоей. Да, это будет моя штука. А ты выбрала эту игрушку, Эйвен? А это что? Это канат. Это какой-то канатик с мячом. Да, это будет моя игрушка. А может там мячик есть, я мячики больше люблю. А вот это что? Смотрите, тут есть лакомство Daily Pet, куриное эскимо. Жалко, мне нельзя курицу, у меня на нее аллергия. Ну вот думаю, Юми, Миша и Софи, это понравится. Да, тут еще что-то есть. Да, что я там? Вижу, там что-то еще осталось. Мячик? Тут написано, ребят, что лайкер это не просто мячик, он легкий, безопасный и плавает, и он действительно очень-очень легкий. Мячик мой. Нет, мячик тоже будет мой. Так нечестно, Софи. Сегодня моя очередь все носить в штабик. Это нечестно, Софи. Тогда тетка утка будет моя. Эй, в перетягивание с маленьким щенком играть нельзя, Софиш, ты же знаешь. Кто поймает мяч, того и будет мяч. Смотрите, давай, мам, кидай, я его поймаю, он будет мой. Все, Софи, мяч мой. А тетка утка моя. Юми, отдай. Нет, моя будет. Я не хочу эти. А там есть еще игрушки? Эйвен, ну дай мне мячик, а. Нет, Софи. Тебе понравился он? Только его, кажется, нельзя разгрызть. Но ничего, поживешь с Эйвеном пару недель, и не грызется. И, возможно, я все-таки тебя разгрызу. Это все нечестно. Надо с тебя снять бирку, тетка-утка. Только как это сделать? Сейчас я тебе сниму бумагу с головы. Да, пожалуй, Юмичу, ты права. Надо снять с этой утки бирку. Я все-таки заберу эту утку себе. Нет, утка будет моя, потому что она смешная. Я же ребенок. Ну ладно, блин, Юми. Тут еще кое-что осталось, мам. Давайте посмотрим, что это. Это силиконовая миска. Мы же любим путешествовать. Слушайте, ребят, я считаю, что этот подарок от Banana Box очень крутой. Эта тайная посылка для вас просто шикарная. Смотрите, ребята, сколько всего классного было в одной коробке. По-моему, это очень круто. Да, только остается загадкой, кто нам это все прислал. А пока вы там болтали, я поела эскимо. А когда вы получали, ребят, эту посылку, там случайно не было указано, от кого это все-таки? Никаких данных! Может, это сам Banana Box? Точно, наверное, это были они. А может быть, и кто-то другой. А может быть, это прислал вам кто-нибудь из ваших поклонников, да? Поклонников? Поклонников. Мам, поклонников. Может, это был Ваня? Тебе же тоже пришла посылка с подарком. Да, ты права, Юми, недавно мне тоже пришла тайная посылка. Даже если это он, мам, то прощать мы его не будем. Думаешь, Софи? Конечно, мы не будем прощать его после таких поступков. Хотя подарок очень соблазнительный. Но подарок мы примем. Но давайте не будем о грустном. Действительно, это очень классный подарок. И каждый может подарить либо своему питомцу, либо кому-нибудь из своих знакомых, у кого есть питомец, правда? Поэтому надо оставить ссылку внизу в описании, чтобы тот, кто захочет, тоже мог сделать такой подарок. А у мамы на канале сегодня жуткое видео, ребята. По-моему, призрак Машенька вернулся. Скорее идите и посмотрите. Кстати, мы передаем приветики случайным репостнувшим наше видео из нашей группы ВКонтакте или со страницы Мамы ВК. Да, привет вот этим классным ребятам. Привет вам с нашего канала. Мы вас любим, спасибо большое. Короче, подписывайтесь на наши каналы.
В общем, вы все равно все знаете. Я за вами слежу. И Миша